Всем привет, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале На Бэхе. Сегодня мы решили чуть-чуть разнообразить наши дни. Сегодня мы не послушаем Дис. Дис выйдет завтра, Оксимирон на Моргенштерна сегодня. Потому что сегодня ночью вышел трек Арни и Биг Бэйби Тейпа «Худак». Mm-hmm. Ну как, Арни... Арни — это битмейкер, он сейчас один из топовых считается, и он продюсирует и Кизару, и Биг Бэйби Тейпа, и Моргена, и так далее. То есть всех топовых артистов сейчас он продюсирует. И Биг Бэйби Тейп — мой один из любимых рэперов, он трэп-исполнитель вообще. Биг Бэйби — это как русский Лил Бэйби? Ну, не знаю. Вообще, послушай, наверное, вообще не похож. Типа ни разу не послушал, не а... Арни, не Биг Бэйби. Я думаю, Биг Бэйби. Ну, Арни, я тебе показывал фристайл. А, да, точно, точно. Фристайл Арни, в котором он просто молчал 10 минут. А Биг Бэйби Тейпа, возможно, ты слышал треки типа Chicken Curry Massive. Chicken Curry Massive. Не слышал такое? Не-не. Там или, допустим, каждый день недели Lil Beach. Мы с Яшей пели часто это. Окей, ну тогда сегодня полное ознакомление будет с Егором. Его зовут Егор. Биг Бэйби Тейпа. Егорка. Егорка, да. И сегодня ночью у них вышел трек Арни, Биг Бэйби Тейп, Худак. Долго не будем разговаривать, слушаем. Тут сильно в лириксе разбираться не стоит. Это просто трэп, я думаю. Я только слышал сниппет. И это должен быть охуенный трек. Но для начала, быстро еще что я тебе расскажу. По сниппету я понял, что это переделанный старый трек. Мистер Кредо, медляк. Прослушай Мистер Кредо, припев чисто. Я как будто летел в 90-х, типа... Ну, это 2000, там тоже 2000-е года. Мы так под этот трек отрывались в детстве, нормально, под детское шампанское. Поплакали? Потанцевали с девочками в лагере. А сейчас, я так понимаю... Воспоминания супер вообще, этот трек легендарный. Вот, а сейчас видим... О, 2002 года трек. 2002. Это мне было 5. А сейчас они решили его, видимо, апдейтнуть, переделать. Слушаем в современном стиле. Биг Бэйби Тейп, Арни, Худак. Слышишь, да, уже сэмпл тут? Damn, Арни, День новый пак пришел, достал все граммы, отправил их в прессу. Это уже какой-то дрил. На дрил как-то похоже. Смотри, дрил. Я долго грандил. Теперь мы флекс. Все хотят лишь клаут и фейм. Им похуй на суть меня, это бес. Аутон сдал типа его без, не доехал на техе. Не взял звезды себе, он взял по площадь, крусь на бэхе. Если мы не верим с тобой, то просто я не хочу, чтоб ты сидел и ел за моим столом. Слушай, бэйби, алло, возьми быстрее телефон. Это 7 утра в Дубае, и мы снова с тобой не вдвоем. Да даже поинтереснее. Когда в говно и что? Я вроде с тобой так близко, но при этом так далеко. Скажи, если я захочу опять, ты будешь тут для меня. Делать это со мной на полу до утра. Да, я бы забыл тебя, но не знаю как. Уйду, оставлю тебе худака, так же этот медляк. Вот на дискотеку. Знаешь этот мем? Да, да, да. Арни, наваливай. Еще не все? Только не говорите, что Арни сейчас будет петь? Не, это какой-то диджей. Сейчас будет Арни петь? Не, нет. Что? Все. Я подумал, Арни куплет будет. Я не привык к тебе, так что, бэйби, не привыкай ко мне. Если будешь одна скучать, то, бэй, заезжай ко мне. Я не могу дать тебе любовь, но я могу дать тебе член. Я не могу спать со шлюх, ведь я не супермен. Нет, я не супермен, я стою много мэн. Я вижу их издалека, да у меня есть рентген. Какой у тебя план? Разделать так много бабла. Я был на тебе вчера, но я обещал, что жил, и я набрал.
Разгоняемся. DJ Tape. Подожди, это не сам типа Big Baby Tape? Это другой диджей? Ну, я думал, уже будет. Да. Да, он, по-моему, никогда не закончится. Да, он когда-то закончится, нет? Он, по-моему, никогда не закончится. Спустя 10 лет где штолыся еще. Блин, я думаю, этот трек никогда не закончится. Почему? Бесконечно. Да ну вдруг, бесконечно, бесконечно. А что ты спрашивал во время трека, что-то там DJ Tape? Да, DJ Tape, это не Big Baby Tape? Это он. А, Тег Big Baby Tape. Он как бы и битмейкер тоже, и зачастую даже бандана, которая, у него, это же бандана сделана Кизару и Big Baby Tape. И там много, которые продюсируют тейп. Блин, ну это было круто. Круто, это, да, это намного да. приятнее реагировать на это. Особенно, во-первых, я это не слышал. Но я слышал сниппет, я примерно понимал, что будет. Но тут тоже два стиля смешались. Вот этот а-а-а-а, ты точно не ожидал. Нет, это моментами я уже жду врыва. Нихера, наебали, чё. И тебя обманули. Да, обманули хорошо. Я уже хочу на тусовку это врубить. Да, кстати, нормально. Хорошо, что сегодня пятница. Можно завтра будет это устроить. Все, как тебе по сравнению с диссами такое? Мне прикольный трек, мне нравится, типа, как он поет, но... Типа, у него, типа, флоу, типа, не так много поменялся в течение трека, типа. Просто на Beatty Drill можно очень по-разному, типа, даже в Британии там есть разные стили, которые поют по этим. Ну, вообще прикольно, мне трек нравился, я думаю, я буду еще раз его слушать. Ну, типа, разные есть треки. Есть треки, которые проходные максимально, такие, в которых он там особо ничего не меняет. А есть очень, которые трэповые треки, очень сильные. Я же говорю, когда-то мы дойдем к бандане, и тебе очень понравится тейп. Мне этот исполнитель один из моих любимых. Какой бандана? Бандана, мы танцуем. Не, это ламбада. А, это ламбада, блядь. Не, бандана — это целый альбом. А-а-а. Это целый охуенный альбом, есть отдельный трек, но короче, это уже потом. Спасибо Big Baby Tape, что упомянул наш канал, кстати, да? Да, да, это я охуел это видео. Сейчас крузит на бэхе. Да, ну крузит. Крузим на бэхе. Крузит, поставьте на круз, ребята. И вы крузите на бэхе, подписывайтесь на канал, пишите, что еще посмотреть, ждем новинок от этих ребят. Всем спасибо. Спасибо большое, ребята. Всем пока. Пока. We'll be right back.